Сьогодні в нас у студії Олексій Милованець. Доброго вам вечора. Добрий вечір. Пане Олексію, ну от найперше, мабуть, найцікавіше, хотілося б експрес ваш коментар сьогоднішньої зустрічі, засідання, де громадська рада визначалася зі стратегічним курсом розвою Луганської області аж до 2020 року. Такі вже далекоглядні плани, і чи можна говорити про якусь дійсно динаміку сталого розвитку у області, що розшматована навпіл, і де все досить неоднозначно і взагалі з ситуацією? Сьогодні у нас було засідання громадської ради в Луганській області. Була представлена така предварительна презентація, це концепція там соціально-економічного розвитку Луганщини і до 2020 року. Как бы эта презентация, которая была, это просто предварительная. Я обращаюсь, опять же, ко всем жителям области. Они могут присоединиться, поучаствовать, направить свои предложения. Информация, электронная почта на сайте облдержадминистрации имеется. И до 10 апреля, я так понимаю, рабочая группа, которая готовит эту стратегию, готова рассматривать те или иные предложения. И поэтому обращаюсь к вам, не будьте равнодушны, подключайтесь, давайте свои предложения, ваше видение, и тогда, я так понимаю, после 10-го вот уже будет окончательная концепция, предложенная жителям Луганской области, как же мы будем жить. А про что йдеться? Тому что, ну, чтобы что-то запропонувати, потрібно, ну, бодай лад навести і з тим, що є, і з тим, що кожен громадянин, виходячи зі свого під'їзду, зі свого подвір'я, озираючись навколо, бачить. Які конкретні пропозиції? Адже, бо чи не йдеться ось у цьому заході, ну така, знаєте, велика частка формальності бюрократичної писанини. Що от конкретно ви, побачивши, що запропонувала, ми так розуміємо, обласна влада, реально до 2020 року буде зроблено і досить в непоганому сенсі? Ну, основные ключевые моменты, которые были озвучены и они были поддержаны общественным советом, это энергетическая безопасность области. Подстанция у Кременному. Это второй ввод от единой энергетической системы, распределительная станция, железная дорога, которая позволит именно закольцевать Щелкинскую ТЭЦ с железной дорогой, именно как бы, ну, получается, вывод на Белокуракина или там на Вайдар. Ну, я так понимаю, вопрос стоит Белокуракина-Сватово, Сватово-Купянск, и, в принципе, через эту ветку можно подавать там альтернативный вариант подачи угля по железнодорожным путям на Щелкинскую ТЭЦ.